всем известно, что провозглашению независимости Казахстана предшествовали известные геополитические события, которые коснулись так и Восточной Европы, как и Советского Союза. На мой взгляд, провозглашение независимости Казахстана получило огромное значение. В 1991 году, после провозглашения независимости Республики Казахстан, Венгрия была одна из первых стран, которая вступила дипломатически, которая признала независимость Казахстана. Это мы были, по-моему, в первой, одна из первых. Но первая это известно, какая страна была, но мы были одна из первых стран. И еще, что, на мой взгляд, важнее, что очень скоро после этого, в течение нескольких месяцев, установили дипломатические отношения. И сразу после установления дипломатических отношений, исторически за очень короткий срок мы уже открыли собственное посольство. Вообще, венгерское посольство вообще одно из первых посольств открылось в Республике Казахстан. И открылось оно по хорошо обдуманному стратегическому решению нашего руководства тогдашнего, потому что в силу наших исторических корней раньше невозможно было строить непосредственно двухсторонние отношения с Казахстаном. А для нас вот эти совместные исторические корни такие важные, что мы назначили в регионе посольство именно в Казахстане. Быстро, то есть буквально через полгода уже произошли первые высокие контакты. В 1994 году уже ваш президент посетил Венгрию в рамках встречи ОБСЕ, когда в Будапеште делали организацию, вот этот форум. И тогда, естественно, произошла двухсторонняя встреча между руководителем Венгрии и Казахстана, первыми лицами наших стран. И после этой встречи наши отношения получили огромный толчок. И вот эту динамику до сих пор удалось сохранить, потому что я с радостью могу заявлять, что политические отношения между нашими странами всегда были очень на высоком уровне, всегда обменялись высокопоставленными делегациями. И не исключение это последние 4 года, когда я здесь. Были встречи на уровне президента, на уровне премьеров-министров, на уровне министров иностранных дел, на уровне мэров городов, столиц, на уровне спикеров парламентов. Так что наши двухсторонние отношения можно характеризовать как доверительные, потому что даже не было никакого перерыва. От имени народа Венгрии, от себя лично, желаю всего самого наилучшего народу Казахстана, процветания, здоровья всем казахстанцам, благополучия родственному казахстанскому народу и всего самого наилучшего.